Всем привет, ребят! Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием The Walking Dead. Остановились мы на том, что Клементину украли, и нам надо теперь искать ее. Мы, в принципе, можем уже валить из этого ужасного места на лодке. Мы можем уплыть уже отсюда. Но, как вы знаете, Клементина тут один из главных героев, поэтому мы не можем просто так взять и бросить ее здесь. И мы должны теперь ее спасать. Я до сих пор болен. До сих пор я заболевший. Но с голосом у меня уже получше. You smell them? I can smell them. Years from now, when this is over, the smell is gonna haunt my fucking dreams. Let's keep going, you bunch of lollygaggers. Fuck. Мне теперь еще и лезть туда надо. Oh, fuck. В общем-то, да, игра уже начинает подходить к концу, поэтому я... We have to get it back. That's our lifeline to her. We can find this guy without it. And what if we don't? We need every clue that comes out of it. Поэтому я теперь должен, ну, вернее, нет, игра уже подходит к концу, поэтому я хочу уже, уже хочу допройти ее до конца, наконец-таки, уже сделать это. Поэтому я решил не ждать, пока выздоровею, и просто решил записывать ее. Хоть я и болен. Эй, да почему я должен что-то искать? Надеюсь, в этой серии я голос не сорву нахрен, как в прошлой. Так. Посмотреть на ведро, посмотреть на фанеру. Не поможет. А это? Пока что не вижу ничего, что могло бы нам пригодиться. И даже не предполагаю, почему мой герой так лагано ходит. Игра у меня замечательно работает, но вот персонаж как-то странно ходит. Причем вот так вот он ходит легко и непринужденно. Вот так вот. А вот так вот не ходит, нифига. Так, это что такое? Шест. Найс. Grab onto this. We'll pull you up. Good. Thanks. Давай, пока она там ее не схватили пока. Одной рукой-то я не справлюсь. Почему я должен это делать? Ну все, кобзда ей. Я же сказал. Бай-бай. Покеда, женщина. Now you're going to die. Пам-пам-пам-пам. Shit, they're in there. Пам-пам-пам-пам. И она такая, помогите! Она так ручки тянет, как ребеночек. Jump up here, baby. Let's go! Jump! Такая музыка героическая, как будто она сейчас взлетит, как Супермен. What are you doing? Get her, Ken. О, нет! Блин, блинский. Я не хочу терять Кенни, он тут самый нормальный. Кенни, нет. Кенни, живи. Хэштег Кенни, живи. Давай, давай, Кенни должен выжить. Он здесь самый нормальный. Давай, давай. Where are you? О, нет. Нет. Get the fuck off me! Нет. No! Нет. Where'd he go? We don't know. He could be down there still. He could be on the run. He could be gone. He could be okay. He went down there for you. I know he did. He... Блин, самый нормальный чувак. Он был моим другом на протяжении всей игры, на протяжении длинного путешествия. Уже какая там эта серия, блин. У вас это, наверное, серия так 19-20.
Я сейчас даже посчитаю. Ну, где-то, да, 19-20 серия это у вас. Ну, блин, и на протяжении всех этих серий я был на его стороне. Он был самым нормальным, господи. Ну вот. Кенни был моим другом. Soon as someone dies, they don't immediately have their sins forgiven. Like it's an hour moratorium, at least. Блин, все-таки он умер. Фак. I want to make sure we're clear before we go forward. Все очень плохо. What is it? Now with Kenny gone, means Omid and I have to stay safe for her. You guys would be great for her. Keep her safe. We do our best. You know that. Whatever your best is, I'll trust it. That's all you can do. У нашего главного героя, который, между прочим, укушен. Какой-то уже нездоровый вид. Вы посмотрите, он какой-то фиолетовый стал. Сравните цвет кожи Омида и цвет кожи Ли. Вот прям посмотрите. He's got a busted leg. You're walking for two. I'm obviously not doing so hot. Да ладно. Она... Давайте мы пойдем. Мы же тут герои. Все равно нам терять нечего. Если я умру... А рано или поздно это случится. Спойлеры. То какая разница уже? Давай, пошли. Еще рано умирать. С одной рукой это будет непросто. Just go nice and slow. Almost there. It's an easy crossing. Лишь бы не упасть. Ну все, короче, он по-любому сейчас сглазит. Типа, пацаны, это легко. Ну, блин, вот я же сказал. Интересно, а что было бы, если бы они первыми пошли? Я такой, типа, чё? What are you doing? Lee! Что он делает? Куда он пошел? Нам капздец. О, вы слышите эту музыку крутую? Йоу. Блин, слушайте, это крутой момент. Нанна. Офигеть, слушайте, ребята, это один из самых крутых моментов в игре. Охренеть. Слушайте, это чертовски крутая сцена. Давай, оба. Охренеть. Что? Он идет себе спокойно вместе с этими зомби. Они его даже как будто не замечают. Так, давай. Ну что же. Мы идем за Клементиной, ребята. Мы идем за Клементиной. Сейчас мы узнаем, кто этот таинственный чувак, который украл ее. Господи, я весь в крови. У меня даже рот немножко сам приоткрывается от напряженности. Я такой типа.
Ой, у меня аж челюсть хрустнула. А вдруг сейчас из-за угла кто-то появится? Может, не надо? Нет, вроде никого. Он уверен, что она там? Давай послушаем. Кто в теремочке живет? Кажется, тихо. Давай откроем. Опа. Ловушечка какая-то. Сейчас надо бы все посмотреть. Там записка какая-то. Нет, ничего. А, ты кто такой, бро? I got us adjoining rooms. Что? Привет, я убью тебя. Hello. Okay. This is Sybil. You look horrible. And you're missing an arm. Go over there. Чё-то подозрительно. Я этого парня не знаю. Put your things down. Let me out. Who's out there? Quiet, please, sweetie. Your things. Ладно, давайте его послушаем. Все равно он убьет нас. Ну, в смысле. Just be cool. Do I not seem cool? Он реально такой спокойный. У него такое выражение лица. Good. Go sit down. Окей. И что он от меня хочет? Do you know who I am? Нет. No. I don't know anything about you. About you? You wouldn't. People like you don't. Now you're thinking, к чему он клонит? Who would have it out for me, huh? A few weeks back, there might have been a station wagon. Oh, fuck! Full of all sorts of food, water, things you need to survive. Yeah. Это все моя вина. I'm not some cannibal, V. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a dad. I coach Little League. Everything was just out there for the taking. We were starving. For the taking? Do you know what you took from me? I'm sorry. Whatever it is, whatever happened, you have to hear that I'm sorry. That doesn't mean anything to me. Капец. I wish it did. I'm not a bad man. I don't believe in vengeance. But I've got nothing left. Это все моя вина. Have you ever hurt somebody you care about? Not on purpose. If it were on purpose, you'd be a sociopath. I hurt her so bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said, "You are a monster." We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. Then you took all of our things. You robbed us. I could have earned her trust back, Lee, but not after that. Ты облажался. I'm sorry. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them
a day later, in the road. Do I look like a monster to you? No. I'm not like you. You walked a little girl into a dairy full of sick people and let them get their hands on her. You lied to her about who you really are. I wouldn't do that again. The sweatshirt she's wearing was my boy's. You stole that from us. I fucked up. Yes, you did. Я пытаюсь его успокоить, чтобы он нас не убил. You're a monster. You're a murderer and a thief. And I'm gonna hurt you so bad. Все очень плохо. Just give me Clementine back. I'd rather kill her myself, because that's what will happen if she goes with you. After I heard Clementine on the radio and realized who you folks were, I came after you purely for revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. I bet you don't even know how old she is. She's 8. Wrong. She's 9. But her birthday was 6 days ago. Я не знал. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Блин, в чем-то он и прав. All right. I expected you to put up a fight. Sorry again for your family. Me too. I'm glad this didn't have to get violent. Hey, honey. I think this is all gonna work out. What are you? I'm glad too. I wish it wouldn't have had to get this bad, but it's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Нанна! Ох, ёпарасаца, не надо, бро. Бро. Клементина! Пошел нахрен, козел! Слышь! Нет! На-на! Давай, получай! Получай, ну уже, Клементина, где ты? Я долго его так буду убивать. Давай, души. Это все, конечно, очень жестоко, но, блин. Может быть, мне не стоило его душить до смерти? А, он и не умер, падла такая. Пошел ты нахрен. Сам пошел. О, молодца. Окей, теперь мне немного неловко. Мне кажется, я заставил ее сделать плохое дело. Your arm's gone. Why? That's so scary. I had an accident. We'll talk about it somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know.
No. Not really. I'm sorry, Lee. Cleo, it's okay. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Она сейчас про родителей скажет по-любому. Я вангую. Hey. You weren't afraid. I was. You didn't act like it. I know. I am now. It's okay. Окей, я думаю, на этом нам стоит заканчивать, потому что близится финальная серия. Я прям чувствую его ее запах. О, да, чувствую запах финала Walking Dead. Но у меня будет еще второй сезон. Ну ладно, я об этом потом скажу. Всем спасибо за просмотр. Я плюнул на микрофон только что, господи. Всем пока.